Бодрого времени суток, дорогие друзья! Первый трек по Каге готов. Ну а перед тем, как его послушать, у меня к вам вопрос. На какой скорости вы привыкли слушать 8-битные треки? На оригинальной или слегка пониженной, как в случае с нашей Дэнди и ее PAL-регионом? Предлагаю вашему вниманию несколько вариантов данного трека. И отталкиваясь от ваших комментариев под этим видео, я буду писать целый альбом. Данный трек я записывал в оригинальной скорости и тональности, а затем занижал его программно, чтобы посмотреть, как он будет звучать. Ну что, поехали? Напишите в комментариях вариант, который вам понравился больше всего, или предложите свою комбинацию по замедлению либо ускорению данного трека. Ну а если вы хотите услышать свой любимый трек на живых инструментах, то пишите на почту или стучите в соцсети.
А также у меня есть Boosty, где контент появляется раньше. И там я выкладываю MIDI, ноты и табы для своих каверов. Буду очень признателен вашей поддержке. Подписывайтесь на канал, если вам, как и мне, интересен ретро-движ и его музыкальная составляющая. Ну а с вами был Гамбит. Пока-пока!